там вот за вот тут, за тем вот домом высотным и сразу налево. Я всю жизнь. Администрация, в которой Алена 2 года пробыла. Обалдеть. Зачем ты поболтать? Делаем печку, группы сделаем, будем ходить. Устроимся где-то на работу. Ну а что делать? Тамарка же жила 2 года. Это врачиха. А какая мне разница? Я же вчера, в прошлом году жила до декабря месяца. Нормально. С мамой мальчик приехал, значит, 9 класс отлично. И они там Каменку, купили дом, получается, и Каменку эту печку строили. Ну вот Филиппа, бабушка, она мне рассказала, что муж живет в Киеве, а она живет там. В таком домике малюсеньком напротив вот этой, как же ее... зовут Юля, Юся, а... Thank you.
человек сидит. Давай вот здесь присядем. Ты с краю, я посередине. Слушай, ты сдать меня. Так, пожалуйста. Садись вот там с краю. Ну так, а Яквін уже починає, Яквін уже не почав учитися. Уже ж він не приступив учитися. А для того, щоб... він не почне, бо він же ж... Ну так, ну, а як він почне, як він уже это, вот, не захотів учитися. І все, це вже прірвалося. Ну от з Міністерства освіти поїхав і забрав. Це проблема, що ми упустили, пропустили. Він тепер не може 5 місяців де заїхати. Ну так. Да. От тепер треба дзвонити. Куди? Оце вона сказала, на сайт. І розрахувати міграційний калькулятор. Короче, якийсь міграційний калькулятор, і там точно почитають, коли йому можна їхати. Я думаю, що через 5 місяців тільки вона тут. Хорошо, хорошо, хорошо. Значить, ми зараз от вже сидимо, ми в Макдональдсі покушали мороженое на Хрещатике. Ми на скамеечке, да, да. От, якраз напротив Прорізної, напротив вулиці Свердлова бувши. Ага. Ага. Спасибо, ребята, спасибо большое. Десятому всех. А ребятки, а молодцы. Можно похлопать друг другу, похлопать артистам, поднять настроение. Ай, классно, ай, супер. Есть только один нюанс, о котором мы с вами говорили в начале. Давайте уберем все мобильные телефоны, абсолютно все. Видео мы с вами сняли, этого будет достаточно, кстати, для тебя. Давайте теперь поднимем все руки вверх. Все, кто находится здесь, выше, выше, еще. Ай, молодцы, классно. А теперь дайте мне немножко крика и шума. Запомнили, как это выглядит? Как только мы начинаем, вы делаете то же самое. Поднимайте руки, кричите, прыгайте и просто врывайтесь. Готовы? Сделаем это. Вот так вот. Рублей не взял, все равно там за 700 проснулся. Огромные деньги, а детям потом, да. А то детям забрал. Никак не вижу, где секунд. Скло, диамант, триплекс, 10 в квадратуре. Вот это что же стекло, да? Да. Стекло. У нас сейчас пробили 200. Нагрузка присущая 1300 килограмм. Боже, ну красиво, конечно. Да. Уже поменяли, оно похитрело.
На пляже нет, посмотри, никто не купается. Вот стой. Я записала голос. У меня есть Google, я знаю все. Болгарии, когда был, я же катался. Обычный товар, который в руки подойдет. Пройдем одну остановку пешком и сядем на маршрут.